Всем привет! Весна в разгаре, отправляюсь в лес за грибами. В прошлом году удалось отыскать грибное место, где растут строчки гигантские. Эти грибы, не считая скаркосцефалую, первые массово появляются весной, и они съедобные. В прошлогоднем моем видео можно посмотреть процесс их приготовления. Ну а сегодня хочется прогуляться по весеннему лесу. Эта зима была особенно долгой. Грибы пошли, строчков достаточно много. Вот сморчки не попадались. Поищу их в следующий раз. Надо разведать грибные места. Надеюсь, удастся их найти недалеко от города. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Пока-пока.